Сварка ленточной пилы шириной 130 мм. На машине контактно-стыковой сварки оплавления Чайка 130. Пила сварена. Сейчас разводим зажимы под термообработку. Сейчас производится термообработка. Нагрев до определенной температуры, выдержка при этой температуре и плавный спад. Плавно отправляем температуру, выключаем термообработку, достаем пилу из зажима, осталось зачистить стык, и пила готова к работе.